Вот очередная колобаня. Уже 3 штуки поменял этих лунок. Ох, все, они уходят. Из коллектива пойду. Иду сегодня сниму вашего любимчика Серегу. Как без него рыбалка. Е. Оу, е. Все, четко. И тоже как бы селёд так посещал. Да, было бы. Мужчина, береги камеру. Саня тут навалил, он тоже. У него уже потихоньку сами в лунку заплывают здесь. А у него вся. Чи выплывают? По другому кругу. Ну. Тоже уже пацаны его сморят. Моря. Море, море. Сеня, береги камеру. Вон тянет. То есть нормально ты тянешь ты сам. Селёд. Анчоус. Что? Вот, вот. Что снимал? Чё, снимаем краевые, да всё снимаем. А-а-а. Кажи, снимаю из глаз, вешаю на уши. Лёд. Ну, сантиметры. 4-5, как спичная коробка. Нормально, будем работать. Оп, оп. Оп. Газуй. Перчика. Да. И пошла жара. Ой, как у нас где. Вы даже не видно, что с лунки тянешь, не прям с льду, прям через да? Лед. Прям. А вот и оп, 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 оп. Оп. Ой, какие ты. Жарик. Блин, запутал. Та це вам мокнеться в льоска, це гудно. Все, Сань, я вже цих пистолетів там хоч ловил, а все тут не пішов, малий. Бай. Він до ящика пливе. У нього не дресіровані. Я тут ганяю бабки. Ага. Іду я ще теж трохи. Порибачу. Да-да. Сьогодні теплесенько, так хорошо.